Так что, в принципе, неплохо. Не, шипы очень сильно уешат трэш, прям люто. Там, я не знаю, может не все шипы, их уезжают. Вот честно, я не знаю, сколько сидела на Я сейчас людей. то еще одного волка посажу. На больше сидело много друзей. Это вы думаете, что Ладно, мы Поль, я вообще играли буду в везде, трэш? как на ребре, и на шпаге, Не, на боте. я могу сказать, Не, кто не понял ты, играл в Пилот, я к трэш. тому, что... Но я Смотрел, честно, смотрел не... ребят, которые били, они просто по 3 человека просто. Туда на трэш нужно поставить минимальное количество людей, чтобы трэш просто умирал до появления следующего. Все Просто говорю, остальные шипы просто проблемно, бухают. они отражают. Я тебе еще раз говорю, он отражает, потому что не сбили каст. Ты можешь бить в другого моба. Вещи, да, которые с топорами, они не отражают никогда. Там у него Маша. барьер такой. Маша, Да я знаю. возьми, закрой клиент. И этот, закрой клиент и зайди через папку с игрой run, папка. Я сделала, как ты сказал, что заходила. Да. А, молодец. Женя, будешь тупить, блин. Что тут? Я тебе говорю, она летит в ауешку. В кого-то она попала нормально, в разил. Ты меня слышишь вообще? Сука, ну я просто охереваю, как будто со стеной разговариваю. Еще раз повторяю, бьешь мобов, которые с топорами. Хорошо. Не будет от... Я понял, я тебе лететь. говорю, а если рядом с топором тот моб находится? Что? В него ничего не будет отражаться. Да. Ты же бьешь только в этого моба. Да какой еще ВД-ха? Плюха вылетает, она и... Бля, я просто там только точечные отвечаю. В смысле, ты меня что, не слышишь? Она вылетает ауешным талантом. Ты все, слышишь, ладно. Что тебе говорят? Точечные только отражаются. Ты еще раз, сколько раз тебе сказать? Точечные отражаются, только точечные. Это что значит? Это значит, когда ты выбираешь целью этот персонаж, тогда он не отражается заклинание. Когда ты его не выбираешь, хорошо. Заклинание не отражается. Понятно так? Хорошо, посмотрим. Ты же можешь бить через милика, понял? Типа, потому что милик я ему это уже 10 раз сказал, он все равно за свое. А что за бей какой-то? И у кого не стоит ДБМ, сразу снимайте тьму с себя, и либо не бафайте вообще, в принципе. Вообще лучше, снимите все лучше тьму. И поставьте какой-нибудь паладин на тьму, мастер. У меня ДБМ снимает тьму, лапу, все снимает. Да вместо защиты, да, не поставили. Да. Кода защиты стоит. Все, готовность на пол. Сацуны, скибиди, уфолог. Уфолог также в мишке, да, слева танчит? Да, да, да. В центре танчит, а потом Андрей на мобах будет. Женя, скибиди. Хочу убить. Жень, все. Репоты приготовили, обязательно жмите, чуть поиграйте по боссу. Через 4 секунды помощники выходят. Центр приготовили, сейчас побождать Рогби, пошли напуливать. Сводят мобов. С топором идет. Отдавайте станы. Контроль через 8 секунд. Диспел шака. Миники отбежали от мобов. Войда шнурки апокала. Шнурки за контролем. Миники, добейте моба. Контроль. Смерть и разрушение сбежали. Скоро следующие мобы выйдут. Хорошо, успели убить. Сводим то же самое делаем. Скоро будет контроль. Косты, косты, косты. Лев лутает. Смотрите аккуратно, скоро будет контроль, не убейте. Бетик, мой лик прит... Понятно. Кто убил? Каст бить взорвался. Мобу.
Мобу кассу сбили. Ну типа мобы кастуют перерождение, типа их тоже надо сбивать кассу. Вот этот хуй, типа вот, здоровый зеленый, видите, такой Шрек Халк, блядь, типа. Блядь, прям чуточки вот взрывает. Падыч. Чуть-чуть, Андрей, босса бы уже перевели. Нихуя себе чуть-чуть, блядь. Ну, блядь, Андрей, ты их даже махнуть не успеешь. Ладно, пока бежим. Че, смотрел вчера мульт этот? Одну серию. Слышь, я сейчас не пойму, Саня, кому я, блядь, бивака? Что-то у меня не получается его сбить, блядь. Ну, не жмякается у меня. Мобы, которые идут в юбках. Ну, справа и слева выходят. Ну, ты одному из них сбиваешь, да, второму возле самого сбиваешь. Не сбивается, это пошел нахуй. Не сбивается. Я же сбиваю тоже. И Гламур, ты тоже помогаешь сбивать. Я сбиваю тоже. Ну, и Медаски, видите, помогаю тебе. Кого сбивать-то я не в курсе. Катущий нас... там без мечей, которые сбивать косты. Никто у него короче, есть. Все равно... У нас проблема с... Вот сейчас получилось... Апокал проебался. Ну, типа... Он одного грипнул себе вот сюда. Где-то. Короче, мобы стоит с ним тусуется. Пока с него вакати не забрал сюда моба, понял? Вы должны, ребята, короче... Вот, то лишь моб выходит, ты его грипаешь сюда, блядь, сбиваешь касты, и, типа, вот, ну, танки забирают, понял? Не в сторону вот сюда грипаете, вот, где вот прыгает вот хуйня вот эта. Так я вот тогда не грипал вроде бы. Чего грипнул? Понял. Ты грипнул туда его. Да. Да, в центр. И с левой стороны остается моб по КД. Я же говорил, надо, чтобы вы типа распределились, я говорю, на как мод забрасывать ему, типа. Потому что он стоит, только в Андрюха, я левому закину мод. И следующий Гламур помогает, слева помогать. Мужик, который кастует косты. И кстати. Моя задача сбрасывать ему все косты. Я слева. Ник, как его зовут-то? Скажи мне, пожалуйста. Зовут он один там, один и два. С одной стороны выходит один, с другой стороны выходит два. Приверженец вроде. Просто. Два, там два вида мобов. Один моб, который с топором, другой без топора. Который без топора, ты сбиваешь косты. Что сложного? Так я их что, разглядываю, что ли? Да вон, блин-то, ноль. Приверженец. Нет, ну реально, чё, как вас зовут? Я выберу таргет. Приверженец. Все, я понял. Знаешь, такое чувство, что это... Да. Женек ебашит, короче, понял, в текстовом документе Warcraft. У меня экранчик маленький, блядь. Да не, я ж типа так, шутя. Да я понял. Я тем, который со ЗД выходит, кидая лягушку, он бежит к вам. Давайте уже пулить. Я одного сам. Кстати, жаба тоже хорошая. Сосуны. Это был... Чего вы стыдите? Я победил, Андрей. Давай, нам еще надо 200 трав сделать, блядь. А тихо. Сделай качественно, что от тебя требуется, и все будет нормально. Главное, что никого сейчас никто не убил. Сбил каст. Лягушка. Да, продлишь. На сейф нажми, Сосуна, отбегите. Хорош, бетик. Первый конкурент на замену. Контроль через 3 секунды. Смотрите аккуратно. Определенно Гламур скипите. Законтролили. Гламур определенно приоритетом. Три секунды. Бетик, стать есть. Претендент Бер ему. Но не надо. Джанк есть. Претендент Бер по джанку. Быстрее. И ребах его. Ребах. Его к Бексиону он, у Пепелка и Бексиону приоритетом контроль. Я, короче, ему каст кикал, он не кикается почему-то. Он только стан. Через стан сбивается каст. Когда видит, вы можете отличить, вот видит, идет каст сейчас в такой без рамки. Про дисплей. С рамкой. Вот, видишь, сейчас с рамкой идет. И сейчас без рамки. Без рамки сбивается с битием каста, с рамкой только через стан. Сыну никто не застанет.
Ну, у меня левая сторона красиво подходит, правая сторона вообще уебищно подходит через раз. Ну, типа, по трэшу. Да, потому что здесь их два, этих долбоеба, которые стреляют, на двоих гриппают, а у меня КД, блядь, 30 секунд на одного. Я второго не могу. Одного гриппа и второму удушение закидываю. Ярик. Смотри, мне кажется, надо сделать вот так. Во-первых, типа, чтобы они взяли талант на гриб, типа, там получается 15 секунд КД, или там сколько уходит. И второй момент, типа, получается, Сенджикс одного гриппает, а Апокал второго. Вот и все. А потом продлевают мутами, типа. Ну, либо с битвием каски. Запомните. Не надо стань, понимаешь? Стой. Есть два вида каст. Есть каст закрытый. Возле босса кастует такая рамочка, она закрытая. Этот каст добивается только через стан. Есть каст открытый. Что это значит? Просто кастуется полоска идет. Вот я сейчас кастую. Открытый каст. Видишь? Над моим изменением. И бывает каст закрытый, когда его можно бить. Он в такой рамочке. И вот добивается только через стан. Чтобы вы не потратили зря свои... Щит вокруг скилла. Да, такой щиток есть. Мне этот момент очень важен, потому что эти кастеры не смогут сбить. Но я смогу через заморозку мозгов, буду постараться глубокую заморозку чему. Но не всегда успеваем. Но в принципе мобы падают хорошо. Достаточно хорошо. Просто нужно сделать качественно. Да не, нас смотри, я к чему, типа, нас надо, чтобы просто люди поняли, вот, вот этот момент, что ты объяснил, касаем подводил мобу. И мобы, которые вот пришли, они еще перерождаются, то бишь появился вот этот здоровый моб, типа Халк, вот этот здоровый, блядь, зеленая хуйня. То бишь на него один человек пересаживается, которому может сбить косты. Потому что если он закастует, он взорвет и убьет всех. Бонд, это будешь ты делать, если Бонда кинет в контроль, это делает Майлик. Если их обоих кинет в контроль. То тогда я постараюсь это сделать. Буду заморозку мозгов держать, не тратить. Да не, Сань, ну, как бы это неплохо, что ты назначил людей, ну просто чтобы люди в башке держали, что надо подсмотреть и сбить касс обязательно, мало ли какая ситуация. Это понятно, Андрюха, ну просто, скажем так, я понимаю, сколько нужно времени потратить, чтобы это люди поняли, поэтому мне лучше назначить людей, которые понимают. Мы не знаем, до 5 посидим сегодня на леде, завтра можно продлить. Давай, Войд, Костака, Блас, Джан. Бенни Бенаси, ты без масла, намажь масло себе. Дима, здесь любой ДПС важен, поэтому не пренебрегай этим. Помощники вышли, центр освободили. Убил каст. Там моб один пошел в рейд, аккуратно. Смерть разжижения вывели. Массейк можно нажать, один. Диспел. Шака. Скоро контроль, милики, чуть отбегите от мобов. Рианти и бета-тестера законтрольте приоритетом. Отведите от него, волки бегает, грызет там. Кекс на него не работает. Ну, блять, двоих загрыз, дайте какой-нибудь ему эфир. Ему эфир, да? Его сбили. Сэнджик будет по правому сало дать. Так, контроль, стопайте. Этот, давайте БРы. Андрюха, так, снарки за него встать. Я могу, я просто ждал, чтобы мобы вышли. Стой уже. Прибахните шнурки и скибите. Скоро контроль, минимум чуть отбегните от мобов. И уже облагу с ауешками аккуратно. Массейф, нажми сосуны. Шнурки и Бенни Бенаси законтролили. Я шнурки законтролил. Смотри, топор с топором бегает, бьет кого-то. Вакати, аккуратно. Все, хорошо сейчас сделали, мы очень... Диспал. Харков вроде пушки не снимаются, когда под ОБМ. Блядь, это... Блан, ладно. Выбеги с лузы, не стойте, вы уже. Мобы вышли. Я собью одному каст.
с топором, смотрите, в центре бежит, чтобы никого не убил. Аккуратно. Да не примораживай, бля. Каштан. Я их приморозил. Так, Майлика, за контроль, не убейте, стопнули АУЕ. В мелизону прибежал, аккуратно, Майлик в мелизоне. Кастует. Я в бабле. Ок. А ты говоришь, бьет. Бенни, Бенаски, Берните. Так, у кого там есть? Маша, дай. Кого? Бенни, Бенаски. Мобы скоро выйдут, вышли. Справа собью дальнему каст. Где? Ладно, шампон? Центральный стоит. Контроль будет, Минки, отбегите. Нет. Засылайте на пилка и дневную. Я пилка за контролем. Не тут здесь пыльца. Ребят, ну что за хуйня? Смерть и разложение. Без шнурков вроде нужен. Андрей, маны, за линией, пожалуйста, рядом стою. Чего же бить на башки, беди закинь. Контроль через 9 секунд, милики сразу не подбегайте к мобам. Сразу не подбегайте, милики. Определенно и не с определенно главное законтрольте. И не убейте в мелизоне сейчас. Меня законтрольте, я кого-то уже убил. Меня. Блять, ну вы чё? Появили трэш. Ожидает? Босс 4% по трэшу сначала или как? Иди, Сэнджик, смотри. Блять, с трэшем босса перевели, все падает. Тут уже так, смерть. Так сказали с вами трэшу, блять. Короче, это... Первый момент, короче, бодец, что вспомнил такой. У Кирилла, короче, вот здесь стоял собака от конта. Вот, сюда мне лужи бросали, периодично. Тупай во тьму, вечную тьму. Это раз. И все, короче, был момент. Ну, это уже со второй фазы переход у Сенджикса. Только переходит до перефазы, типа нажми таунт, а на таунте до перефазы. Во время фазы он уже не таунтится, то бишь апогрон набрал. Ну, кто будет первый таунтить, условно, с вас? Александр будет первый. Сейчас, в принципе, сейчас было неплохо. Смотрите, не у... люди, которые берут контроль, стопайте, а уехали, пожалуйста. Это первый момент. Второй момент. Я ж называю приоритетом, кого законтролить. Просто все, кто может. Начали контролить обязательно. Что я вам убил, шнурки сдох, непонятно от чего. А я так и не понял, Сай, ты говоришь, ебать, дам дальнему, блядь, Сабюка, с какому дальнему, по правой, по левой стороне? Смотри, короче, я буду вот в этом сбивать косты, которые отсюда выходят. Вот это. Окей, все, понял. Где он? Бля, я что-то того зеленого вообще не понял. Ты, Саня, давай на первой, я ему стало дам. Нормально, я дам. У тебя 2 минуты, у меня 20 секунд кулдаунс. Я дам. Я говорю про того зеленого, я, блядь, его нихуя не видел в центре. Его сейчас вроде и не было, или был. А, отсюдайся отсюда, пожалуйста. Не жадничай. И также, Даня, ты анонси, когда у босса, сейчас я момент уже проебал, не 4%, как вы сейчас перевели. Анонси, когда у него примерно 5%, и вы стопаете ДПС. Когда 5% вы... А? Даже 6. И да, вы помогаете нам свитчерить в трэш, после свитча в трэш, ну там распределим, часть людей пойдет бить босса, часть пойдет. И как только босс перешел на вторую фазу, все занимают свои метки. Надеюсь, все помнят свои метки. Не обязательно прям в метке стоять, главное, чтобы вы понимали, вы не должны друг с другом стоять. И кучно. Даже самое важное. Хп или хп? Хп давай. Там. Это переводим на вторую фазу, сразу герой даем. На второй фазе Малика не выходит, просто слева сразу. Трэш не сводится, да, он будет по очереди появляться, Вадим. Он будет появляться с одной стороны,
потом с той стороны. И будет выходить сверху один моб. Сверху моб это на апокале, он его гриппает. Да я не сильно тебя сутил вообще. Все, готов? Мне что-то не хватает по бафам. Сейчас, секунду, я тут попал. Сейчас ДБМ, все равно сейчас полно бафов поснимает. Вот и кохать. Короче, убиваем, это хуйня, главное то, что с духами сейчас будет интересно. Блаз, Блаз, поставим на один трай сюда, короче, с лопета, вот сюда. Амур, Дексиона, намажьте масло. Давай я попробую еще Андрюха Пета своего поставить. Может, на моего там? Не, ну там я видел только собака хантовская стояла и все. Ну на нее лужи забрасывались. 2-3 лужи точно. Претендер, и... ты заходишь. Ладно, все. Претендер, напиши что-то в них. Эмобой тут. Так, ладно. Эмобой, эмобой, шаклон. Есть что по джипсу, ребят? Да не обязательно сова, есть же ТП. И... Не, он на контроль говорит лишний. Ну, контроль, да, ну маш-то встанет. Эмобой, давай ты в рейд тогда, если претенду там. Только, пожалуйста, вслушивайтесь, когда Саша говорит, сейчас будет контроль, стопайте, уедет в первую очередь. Второй момент, это вот сразу же приоритет за контролем. Неназначенные люди, назначенные, приоритет даете, блядь, там, фиры, овцу, еще какую-то, и смотрите по сторонам, чтобы не убить своего игрока, обязательно. Вот именно. И смотрите, это касается абсолютно всех лужи всякие, танчиз, которые, смотри, под контроль свою трапу не давают, она пиздец дамажит. Если ты в курве. Там 2-3 тика и сразу смерть. Ну, тогда что-то предпринимай, босса играй тогда, когда контроль идет, чтобы, ну... Короче, не была лужа это под людьми, потому что это смерть для людей, контроля. Нужно... Либо играй через град стрел, там, ну, придумывай что-то. Контроль всего 5 там, или 6 секунд занимает. Ну, короче, для второго-третьего трая у нас неплохо получается, вот честно скажу. Я сам скажу, что неплохо получается. Два не раза... власти. Нет, ты бьешь стресс, но смотри, чтоб ты как понял, а, ну, типа, лежит 30 секунд под стрессом, да? Бля, ну, не знаю, придумывай что-то. С таким уроном, как у нас сейчас, нам на второй фазе нужно, если мы вот как на прошлом переведем, 240 тысяч рейдового ДПСа полезет только нужно, чтобы убить ее. А сейчас у нас сколько? Сейчас больше вопросов чуть поиграть. Ну, я не знаю, как у вас с трэшем. Трэшем нормально. Да ну, если есть возможность, кого-нибудь еще, ну похуй. Сацуне эмобой, Сацуне эмобой. Давай дневная тоже играй по боссу. Эмобой что не... А, не то? Все, окей. Припоты приготовили? Нет, нельзя, Женя, ты один из лучших персонажей по мобам. Поэтому... Вары должны обязательно по трэху играть. Смерти разрушения. Моб один в рейде, смотрите. Контроль через 8 секунд, милики. Отбежали милики. Бенни Бенасси, мистер Бонда, Гламура. Гламура, Бенни Бенасси по контролю. Сбивайте ему каст. Не сбивайте его. Все, контроли закончились. Андрей, дашь БР по трусовать ему.
Через 7 секунд медики чуть-чуть отбежали от стресса. Приготовились, контролить. Определенно приоритетом скибиди шапку кто-нибудь. Определенно кто-нибудь законтрольте. Кого-то там уже херачу. С питомца мифишка работает. Вон я беса одного поставил, в него лужа. А потом разберемся. Давай, Митяризи. Хорошо, все выжили, главное, молодцы. Ебать, это моё слово, блядь, испортил. Красавчики. Там мобы через 2 секунды. Сводим, милики, не подбегайте пока. Приготовились, контролить. База с его муж приоритетом. База по контролю. Где ты, Глаз? Гламура законтрольте, гламур стреляет там. И база сбивает. Это... А, отлично. Это... Прохил. Так, 30% у босса. Очень хорошо идем. Мобы через 5 секунд приготовились. Контроль. Милики, сразу к мобам не подбегаете. Свои дела сделали, на пулы и так далее, и отбегаем. Вару рыба, дайте. Все, милики, не подходите. Гламура трусователя, по контролю. Восемь процентов. Иди, мистер Бонд, бенефи по боссу играть и переводите босса. Остальные играют для подрошу играют. Быстрее, 4%, 2%. У Сэнджик, кстати, лови босса. Сэнджик за таунти. Каст. Пошли, Андрюха, новов пиздить. Держим рейндж и игрок, кто назначен по мобам, играет по мобам. Геру дали, милики, контроль будет сейчас. И духи. Духи появились. Не знаю. Дексион наводится определенно, законтролили. Духи смотрят. Дух идет. Смотрите за кем. Понятно. Почему босса в центр не вывели для начала? Босса в центр выведите. Духи появились два возле ромбика. Вы по меткам должны были плюс-минус разойтись. Ладно, до первого трая неплохо. Идет с Гламура. Гламура, давай, бей дальше, красавчик. Готовься на замену. Окей. Я пошел. Spirits. Я пока не могу прочитать это заклинание. Ты не в силах противиться моей воле. Да непонятно. Spirits. Еще раз. Появляются духи, блядь. Стопните все по боссу, стопните. И не смотрите, где они появились. Я сказал два раза, гламур стоит, дальше стреляет. Нормально. Ты один раз сказал. Да. Ну, смотрите, первый момент. Не возмущайтесь. Второй момент. Вам Саша озвучивает частично. Ну, типа, третий момент. Вы должны это делать вообще сами, без какой-то озвучки. Ну, вдумайтесь, типа, вам помогают. Вы это должны делать сами. И при этом вы еще что-то возмущаетесь. Ну, это адекватно или неадекватно? Должны Локи бить. Локи, вы также помогаете станет трэш, если что. Blue Draven и Ганг на второй фазе тоже помогаете. У меня есть назначенные Локи, которые бьют мобов. Есть неназначенные. Все, ты бей, бей. Эмобой, кстати, можешь сделать билд со станом тоже? Или у тебя есть мобы? Вспышка мщения. Сейчас посмотрим. Да. Сейчас я покажу. Начинается вторая фаза, пожалуйста, типа жми таунт и сразу в центр веди, чтобы духи разлетались дольше. Да, и начинается вторая фаза, РДшники стопнули немножко урон, пошли по своим меткам, встали. И вам озвучили, духи. Сразу приоритетом вы уже смотрите, к кого идут духи. Вам еще даже ники подсказывают иногда. Поэтому следите. И не будьте додиками бить. Просто стоите, долбите до конца. Это первый момент. Второй момент. Контроли. То же самое. Подождали. Контроли. В первую очередь законтролили людей. Если человек под боссом, топнули по боссу даже. Можете стопнуть по боссу. Либо босса увели немножко в сторону, только потом начали играть. Включайте свою голову, блин. Здесь совсем невозможно просто проследить. Если хоть один будет калить здесь, здесь очень сложно пройти.
Нам либо самим нужно учиться это делать, либо мы это не убьем никогда. Все, тогда просто не паникуйте. Все, начинается вторая фаза. У вас есть определенная метка, значит. Целенаправленно бежите туда, и все. Встали и башите босса. Жан, по боссам, мы по боссу играем. Жан, подойди ко мне. Прыгай около леди. Слушай, Сань, может, пускай по углам петов поразбирают, чтобы... Вот сейчас я все это делаю. Жан, подойди, пожалуйста, сюда, параллельно два лока с другой стороны. Это работает. Я сюда поставлю, я сюда своего пета поставлю. Вот, я стою. Чтобы пет вот на этой диагонали был. Чуть-чуть ближе. Ну, скинь тоже пета какого-нибудь, а мобой скинь с другой стороны от леди. Чтобы он бил его. Спокойно. С правой стороны точно так же можно. Сань, там два пета стоит, ты с правой стороны, там одного нет места. Видишь, справа там? Вон, да. Вот безопасное место. Тут смелики будут, а здесь вообще никого не будет. Ты пэта можешь на боссе оставить. Спасибо. Даня. Человек славный. В принципе, у нас неплохо все. Только давайте уже голову подключайте. Только тысячу раз вам говорю, ДПС не самое главное. Главное, чтобы вы делали все качественно. Вон, я меньше трусователя даю, 21 место занимаю. Это не 102. Саня, 16. Ну, ты что-то много функций выполняешь. Это в тысячу раз важнее, чем... Да, с минусами начинаем, да? Минусы подаем. Да, короче, знаешь... Пойди, Сань, я тебя стопну. Короче, как бы ни прозвучало странно, может тебе на ДК потанчить, ты плюс будешь за всем смотреть, и плюс взять кого-то, не знаю, в Акате, в Ред ДК. Ты про меня говоришь? Ну, да. Мага не будет тогда в рейде, надо Лерку будет брать. Зачем тебе маг прям в рейде? МКшка дается, инта, тоже много баков людям. Ну, типа, я это как вариант, ну, ты понял. Ну, да, да? Так, потраем, я не вопрос, мне вообще похер, я зайду и на ДЦ проходки, правда, нет. Мне просто за мага очень удобно смотреть, кто где, в кого дух идет. Я не про ДЦ, я про ДК, типа, у нас ДК добавится, Я бы не сказал, у меня за мага больше видно, когда идет дух у кого. Потому что он на рейнже стоит. Да все, во-во-во, я просто предложил. Да не, я же не против, я если надо, то зайду, то выпал. Сейчас попробуем так, если что, зайду. Сацуна, Скибиди. Все. Давайте, собрались. С трэшном уже разобрались на первой фазе, ты же никто почти не сдох, один человек. Это, в принципе, неплохо. Мобы вышли. Сводим. Скоро будет контроль, аккуратно. Через 10 секунд контроль. Админки отбежали. Рианти, Боза, Джанг, всех надо законтролить. Джанг стреляет. За контролем. В Акате прохильте. Босс стреляет. Все нормально. Милики, аккуратно. Бетик. Вышли мобы. Милики, не подбегайте к трэшу. Держите раньше чуть-чуть. Возможно было законтролить. Стоим, ждем, милики. Я забью ему, если что. Войт, Сацуна, Бетик. Бенни, Бинаси, Андрей, Дайбер. Моба убить. А у меня КД, Дай бэр. Мобы вышли. Выбежали с лужи. Ребаф, вставай, Бенни Бинаси, ребаф его. Милики, не подбегайте к боссу. Каз, бейте. Милики, не подбегайте.
Лексиона будет Ревен дрессовать, или они там оба возле босса. Русовать или не убейте. Каски сбили. Ну, там Диминишин уже был. Андрей, скоро Гарри будет пробовать бичиками. Самых страшно захлебнулись. Надо больше страшно. Все, падает. Давай так, тогда не подходят к боссу роги перед контролем, можете по боссу чуть-чуть играть, а шнурки Майлика пока уйдут бить трэш. Если контроль на них кого-то из них кидается, мы стопаем по трэшу, пока их не уберем оттуда. Мы в трэш не идем с роги? Не, идете во время контроля, у вас на 5 секунд будет. Блять, я за 5 секунд до босса дойду и я обратно. Один раз на спринтах, нормально, ничего страшного. В любом случае, это надо делать. Сами, если хочешь этого, блядь, пиздюков своих взрывать, типа, да? Ну и плюс купол. Не, подожди, у нас будет тогда милихоста, если ты вон полис пикнул? Ну, бета-тестер. У него что по тотему, я спрашивал, там не увидел, видимо. Блять, сюда бы какого-то ФДКшника сейчас бы на трэше. Ну вот заебись, Мелихас топнутый. Просто я и больнее трэш буду бить. Короче, это Сенджикс, я не знаю, может это получится когда ёб на ровном месте, но было сейчас такой момент, что вроде бы два выхода трэша, ты стоишь здесь, блять. Не ведёшь вот этот трэш, грипаешь, помогаешь покал, а стоишь, ждёшь здесь. Здесь Вакати должен заднего забирать, ему там некуда что вести. Разве Вакати должен забирать? Просто мне все время говорили, да, стоять, да. Гриппать. Не, ну так и ты гриппаешь отсюда, моба. Они ж не идут сами, они кастуют. Ну, на с правой стороны, с левой стороны мобы просто идеально подходят. Там типа, Антон все делает, типа он отбивает касты, плюс еще отбивает тут и каст. А с правой стороны мобы стопаются на полпути бывает. И вот сейчас был момент вот здесь. Ты моб стоял, короче, кастовал рандомно людей, да, и башил. Ты придешь его там, он тебе вот здесь. Все, нормально, давайте пробовать. Кушаем рыбу. Даня. Кушаем рыбку. Дайте ребаф. Так, у нас дохуя эсэсов. Давай эсэсы закинем на милика всех. Джанг, давай майлик, им обои шнурки. Пипиок, трусователь. Бета-тестер, кстати, есть? Пока нет. Да я не убираю, я босса бью. У Древа на Покала давай. И Дексиона на Бенни Бенаси. А вы не хотите, раз вы вот прям сюда к квадрату трэш тащите, не хотите отзеркалить и тащить трэш к боссу? Чтобы босс тоже увешался. Это долго будет. Так, ну, по расстоянию плюс-минус одно и то же. Уже вот вы там, где я пробью, бьете трэш, правильно? Ну, типа, что короче, станет? Просто когда вы сидите в черепе, уже у вас не закрывалось. Он чуде, как делаем, скажи это? Так, как и делали, потому что опасно будет много людей в одном месте сосредоточено, и так вздыхаем. Надо научиться. На все равно уверен, хватает. Будет делать правильно. О, пиздюк, куда ты, блядь, пошел? Вот если он сзади, я его даже ничего не сделаю. Контроль будет через 8 секунд. Аккуратно с Грагром тоже своим следите. Прессовать в майлик шнурки. Контроль через 3 секунды. База по контролю. Станет Бенни после того, как... Смотрите, что это значит для вас всех, когда я говорю контроль? Значит, что вы стопаете ДПС. Понятно, падайте. Кто разъебал всех? Кто его не за контроль? Я же сказал, я была за контролю. Вам две метки сложно за контролить, или что?
Блять, Хант, ну тебя в жопу. Отпиздил, как не знаю кого. Хант убил тебя, я Ханта законтролил. Там взрывная ловушка. Я тебя за ловушку куда-нибудь в сторону, потому что она ёбнутая. Так я тут плохо там проведел. Там немного, она там, блядь, на 10 тысяч меня уебала. Немного. Ну, два раза, 6-4. Ловушка это прям дурная вообще. Саня, да, практика как на циркуле здесь не работает, типа за босса встать и там ловить трэш? Нет, не работает. Тебе надо тоже, блядь, одеть это, блядь, сожжение. Ну, короче, я вот что хотел бы, я хотел, наверное, пепелока поддержать, ну, хотя бы, не знаю, трай один. Ну, по... Саша говорит, много людей будет в одной точке. Сейчас, на данный момент, под боссом нахожусь один я. Типа, ноль человек там, по сути. А так ну, еще есть. Типа, ну, я к чему? Смотри, я к чему, типа, ну, что, есть варик, что служит, да, типа, ну, выходить надо будет. Но, типа, люди будут ближе к боссу, типа, и может быстрее свечиться в босса, там, рандомно. Типа. Ну, это как вариант попробовать, типа. Я штука, да. Только вы представляете, как мне с ромбикой бать гриппать пиздюка к вам, блядь. А ты за колонну все станьте, они в теории на нас должны бежать. Давай попробуем ну, так. Ну если в теории должны, да, попробуем, конечно. Просто все за колонны спрячьтесь, я не могу сейчас к боссу подойти. Вот просто видите, за колонну встали, часть людей давай. Первая, вторая парочка за левой колонной, вторая, третья за правой колонной. Он у Сатлунаса за левой, когда мобы именно выходят, так Аскуби Диба за правой. Потом как мобы вышли, чуть-чуть рассосите, потому что будет жопа. РДшники прям сильно рассосите. И когда мобы выходят, опять прячемся за колонной. Давай попробуем так. И касается всех. Короче, еще хочу, смотри, идеально прояснить, ну, типа, условно, смотрите, для себя хочу, чтобы башка отложилась. Сейчас берем трэш и ведем его на ступени. Ведем на ступени, вот сюда прям, вот, на букву Т вот эту ставим, блядь, туда прям. И те, на кого мобы загрены, условно, это приоритет танка, вы можете спрятаться за колонной, потом либо люди. Но делаем, как и делали, то есть сбиваете косты, грипаете, все остальное это тоже делаете. Лапу дайте. Я вообще, Андрюха, предлагал, чтобы мы сразу все побежали за колонну и спрятались за ней. Они в теории должны на нас побежать, а потом рассосались. Именно когда выходят мобы. Ну, мы можем полечь за уж. Очень большая вероятность. Я бы сейчас, вот честно скажу, я не хотел бы играть от текстуры. Это, наверное, какой-то будет пиздец сейчас. Ну, давай, давай, давай. Давай так. Что-то за работа. Лапа снимается, ну, типа, не знаю. Я добавляю, лапу снимает, я ее не бафую даже. Бой, заходи, Слава. Слава. Жанка. Так что как мы делаем? Что-то я запутался. Так, давайте вначале шмотки поролим, потому что, чтоб я не проебал. Давай. Пока ты будешь. Пойду я. Осталось. Щит. Бисовый. 7 это 7 тысяч? Да. 12. Раз, два, три, кидай мне. Отними кто-нибудь, Андрюха, отними. Кольцо хорошее тоже. Его. Эршамы. Женя? Женя, кидай... Женя и Шака пока ИП. Шака 200. Подожди, даже этот офспек. Давай, Женя. Обмен. Ну, просто я найду. Тоже ну, я найду. Уже за ДЦ часто. Ну, я вот это, мы опять пришли к этому моменту. Вот Твин сидит в основном рейде и башит, типа, тратит время. Почему он не может право тут лутать? Вот это проблема основная. Что? Так, давай, ИП. Ну, это обсуждать сейчас не будем, я думаю, Лер, но сам ты должен с этим... Как ИП, ИП, Женя, 300 скибизи. Так, и ставишь боль быстрее. 400. 500. Есть минута зачарится, пока вы ролитесь.
потом зачаришься. Так много времени тратим. Мне просто разложишь мод, чтобы не потерять его. Там уже не так много времени осталось. 1000. Так. Сейчас начнем бить, и где-то забуду, и пройдем шмот. Да, обмен. Так. Перчатки кожаные. Быстрее. А, вылип. Сейчас. Только и Маша, блядь, идут. Раз, два, три, никому не надо. Джан, ставьте шкаф Джанку сон. Ты не писал шкаф, ты кажешь. Саня, у тебя сегодня дохуя времени? Нормально. Тут есть дохуя просто момент у нас отсюда. Хорошо. Что ты мне? А, класс? Кольцо? Так я же отдал тебе кольцо, не? Нет, у меня вылет был. Джан, Влад. Чё ты там? Точно нужно отойти на 5 минут. Сейчас просьба, скидывай эту трапу, не знаю. Костю меня скидывай, только не... просто ее скинь куда-нибудь дальше. Что-то... У нас там сама прока это почти. Здесь спорвы, конечно, убивают людей. Если есть ММ, будет прыгнуть в ММ. Так, все. Рыбу ставлю. Все делаем то же самое, только начинаем бой со ступени. Людей хватает на замене. Ничего страшного. Пойдете. Тогда, Саня, тогда меня, тогда ты ближнему сбью каст, я буду дальнего туда тянуть. Хорошо, Ярик. Че, по итогу под боссом или так же? Под боссом. Попробуем под боссом. Мистер Бон скибиди Иону. Я ждан уже. Скибиди. Масло, без масла рянтик, белок, скибиди определенно. Бля, как же вы заебали ФК? Просто забей. Я вам говорю, лапу может ДБМ снимать, ребята, то бишь, ну посмотрите в бою. Все равно дай лапу вначале перед боем. Не, я бафую. Мне не трудно. Отдаю фласку с ПД-шным и будем начинать. Ебаный леди. Леди убивается, еще 4 босса убиваются. Я тебе скажу, что мы больше убьем. Джанк интеллект просит. А пока, Ярик. Да. В тебя идет моб. Подбеги, надеюсь, додумаешься подбежать. Скоро будет контроль. Выбежали служи. Контроль, милики, отбежите от мобов. Бета-тестер трусовать или он? Бета-тестер по контролю. Надо фир давать, а в собаке. В собаке, поконтрольте его. Кто нас фир дал в трэш? Вы что, гоните? Падать. Вот поэтому я и не хотел, чтобы так делать, нужно, чтобы каждый человек следил за собой. И у нас этого очень долго еще не будет, судя по тому. Нет, смотри, тут просто, типа, вообще, типа, ребята, соответственно, если мы ведем трэш на ступени, значит, вы стоите в черепе, это зона. То бишь, вам же, типа, пилок сказал, отзеркалили, то бишь, поменяли все местами. А хули вы стоите все в этом, ну, получается, на ступенях, то бишь тут вся пачка стоит. И плюс еще в масферы сдаете в трэш, ну вы угораете или что?
Бэктестер, перед контролем сними вонючую эту собаку свою. Да там 2 секунды оставалось. Причем здесь 2 секунды? Ты загрыз одного человека точно. Короче, это еще такой момент добавлю, пока можно и забыл. Не знаю, знают ли все, короче, все шипы перед пулом, типа, гимны сбрасываются и вот это все по КД. Может, кто не знал. Гимны? Или тучки? Вроде ж не лизают гимны. Или лизают. Ты уверен? Да, не знаю. Не знаю, у меня тучку постоянно. Я тоже ни разу не видел, чтобы гимны лизало, ни разу два жертвенности не видел, чтобы лизало. Ну, ты ж прилив давал, когда в МК был? Чего они не могут? Да, он ману не лизает. Ну, прилив дает, ну так похуй, ману, меня видишь, что леди. Я не буду спорить, я скажу то, что я юзал, мне говорили сбрасывать, и я юзал, типа, к вам контролю. Что, сегодня можем еще пока у нас освоение гейру сплаздывать. Либо под первый трэш. Нормально. Мы с ними трэш научились, ну, были трай, когда мы проходили, дело не в этом. Сейчас, смотрите, в того объяснили, ребят. Раздышите примерно в черепе, вокруг черепа рассосите, медики на ступеньках будем бить. Трэш будут также вести, только на ступеньке, да? Чтобы медикам было ближе бегать, и вам было ближе по боссу бить. Но это не значит, что вы все должны в черепе стоять. Вокруг черепа рассосались и стоите. И делайте все, что то же самое, что вы делали. И контрольте, 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 приоритетом контрольте. На второй фазе разбираем. Как назначено было. По меткам. И следите. Опять же, духи и контроль, духи и контроль. Ну, бахал, на всех НТ есть. Биг Бразер. Он друг, еще раз бах. Женя, скибиди, чего не хватает? Женя, ты даже рыбу не поел, ну блин, ну ты... Так ты пуляй, я... она поестся. Как вы смеете вступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Скоро будет контроль. Выбежали с хуже. Я тут мобу приморозил, он не пошел к вам. Давайте вот как первый трейд делали с мобами, потому что тупо, во-первых, заклеивать может РТД лишним. И так было проще и диспейлить, и контролить людей. Смотри, по факту ничего не поменялось, мы просто стоим близко к молотбоссу. Просто сейчас, ёло, я сделал. Я не знаю, ну люди просто не соображают вообще. ДБМ орёт, что сейчас будет взрыв кастоваться, блядь, ну... Это пиздец. Мне такое, знаешь, чувство, что все паникуют, и все прям люто. Никто тут не паникует, просто всем похуй. Вот, в основном. Думаю, просто я даже скажу по-другому. Каждый ждет, что за него кто-то другой что-то сделает. Ну вот, так более правильно. Не знаю, мне Антончик вообще все четко делает, да, я вообще кайфую, страшно. Да тут, Слав, я с тобой согласен полностью. ДК не хватает. Совы не хватает, очень. Я могу Женька на ДК отправить, но у меня есть подозрение, что он будет нас убивать как на погибели. Знаешь, смотри, сейчас у нас появилась новая проблема, кстати, хорошо, что... Блять, после этого погибели уже 4 раза убили, потому что на ДК. Сказал бы тактику, не знал я так. Пожалуйста, пойди, не перевяз, слышно меня, нет? Да. Смотри, у нас появилась проблема, то что у нас ДК и так мало, а сзади мобы и так нету моего гриппать.
Слушай, нам надо один хуй бить через, ну, подходить сюда в сторону типа квадрата, как мы били первый раз. Понял? Да. Давай, давай. Мистер Бон, чё лежим? Антон. Сать пошёл. Бля. Ладно. Не, смотри, Андрей, если этого чушка брать в лягушку и либо сбивать в хека, или хек сбивать, он, ну, если будет кастовать, то какой-то маленький моб выходит, он к вам бежит. Ладно, давай. Ну, один трай, я захожу на это, знаешь, смотри. Это долг, короче, земр, типа, понимаешь? Это долг земр для того, что, ну, типа, может сделать это танк, просто таунтом. Давай, один трай, я на декасника. Ты к сову. И добавляется плюс одна сова. Бля, да что ж такое, а? Я уже нахуй раз 8 бы покурить бы сходил бы. Давайте чётенько, давайте распределим пэтов по леди. Давайте заивейдим урон, который мы можем заивейдить. Не от этого умираем. Давайте уже это минусы давать. Да, до минусов далеко еще. Да, я тут согласен, до минусов далеко еще. Ну, типа уже, понимаешь, если мы уже доходили до 30% босса, уже все делали, и кто-то в какой-то определенный момент тупил бы, я тут согласен. А сейчас просто рейд сыпется, нахуй, типа, в некоторых моментах. Ну, в основном сыпется из-за мобов, когда он взрывается, либо просто с пушей не вылазит, либо наши убивают. Ну, нет, это скоро. То есть люди бегают с оружием, без, где ДБМ должен снимать, они не снимаются даже сами. Вот вам первый минус. Что у вас за ДБМы такие, блядь? Люди не контролят мобов, вот второй минус. Сацуне, Сацуне, Саня, Сацуне. Полетели. Короче, бьем по старости в теме. Да, 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 да. Я потом уже сбиваю первый вариант. Я понял. Ну, дальний опять. Пиздюк. У меня здесь план. Контроль отбежали миники. Глобула за контролем. Далеко он где-то, не вижу. Я засчитывал его. Ну, аж уфолок упал. Я вижу, Маша, дай бэр уфолога. Надо подойти к леди, здесь спереть шамана или кого я там считал. Маша, будет бэр? Я каст не сбил за это. Дебафните его холодно. Контроль миники отбежали. Я что-то застаню этого фанатика. Не застаню. Смотрите, меня контроль взял. Законтрольте. О, глыбу нажал, хорошо. Опять у холода сложило. Почему? Ну, не продиспали, наверное, моба. Он там по два раза по 30 ебал нахуй. Ну все, без одного танка зайдите в ужин. Не-не, все, что, я встал, встал. Не надо заходить, не надо, не надо. Встал. Вот на пол они сделали. Этот, смотрите, моб контроль будет, бежали. Иди спел раньше. Старайся, Вадим. КД, слава мне было. Убеди воид Бенбинаси, Бенбинаси, контроль. Кто-нибудь из прессов подиспелите, пожалуйста. Почему кот ты бегаешь? Почему кот не потратил? Есть оружие, Миша. Ну, кикали приверженцы. Дайте ребан, пожалуйста. Дай. А только стамин залетела там. Блинки отбегали. Тестер покалываем обоя. Обоя по контролю. Пизда, мы просто убили. Ленка. Уйди от меня. Она, прикинь, короче, от КД шла, когда в починение кинула. Стачи есть. Стачи есть. Есть, там лужа лежит. Станис как пропадет. Не переводим, да? Нет, не переводим. Вначале мобу.
Все, идем вначале моба. Стопнули по боссу. Уже стопнули. Бета-тестеры, ребафните. Контроль милики не подходите. Мистер Бонд и Бенни Бенаси можете идти к боссу. Но бить пока его не надо. Пацаны, он пацаны за контролем. Пепелок контроль. Я с пацаны контролем. Не, его я уже создал. Все, переводим. Да. Переводим, переводим. Блять, добил Майлика. Диспетч. Вегеру давай и переводи босса в центр. Пометки слева, встали, слева, пошли. Слева трэш. Трэш все РДСники сыграли тоже. Контроль будет через 6 секунд и духи. Смотрите, скоро появляться будет. Блять, определенно. Ладно. И Буаза убил. Сейчас я проебался. Не-не, тут я прибавился страшно. Типа я что-то подумал, что он... Эмобой дух, эмобой дух. И Маша в тебя дух. Учитесь бегать, играйте дальше, учитесь. Чтобы не убивали народ. Так он сам. Ну, есть зону идет, босс идет на какого-то, на Мишку, наверное. Spirits. Один в РДД, один в миле был. Духи. Один возле босса бежит в Будревана, наверное. Сапсуны АПК, у Майлик контроль. Не убейте Майлик. Ясно. Ладно, давай я за ДК зайду. Там, короче, на танков дебаф вешается, как этих, как Джараксус кидает. Поглощение хила, пожалуйста, подставляйте, потому что там танки по 6 секунд с этим дебафом. Все, уходите. И проклятие диспел с хилов приоритет. 15 секундные обилки. Прыгаем в сову. Сэндрикс, ты сейчас будешь кто-то слева, я буду справа. На боссе останется Лакати после. Сэндрикс настроить, чтобы соображало, в кого духи идут. Это вряд ли поможет, Сань, там, пока ты увидишь, пока ты скажешь, да, пока человек еще поймет. Но типа, если он сам не подумает заранее, то если ты ему заанонсишь, он поможет. А тут есть только варик заанонсить, типа, если увидели, в какую сторону полетел, там, печенька, ромбик, типа, крестик, все, типа. Либо если в миле. То человеку нет смысла анонсить, типа, там, ну, потому что, ну, если Саня проговорит, типа, если... Сам заебланил, как я сейчас заебланил с трэшем, то ничего не поможет, нахуй. На самом деле трэш реально должен был выйти с левой стороны. Чё, нет уж. Ну все полы, которые я. Все полы, которые я видел, трэш при фазе выходил слева. Так, у меня что-то в голове уже типа автоматом встал на левую сторону, не знаю. По-моему, он справа первый раз выходит, насколько я помню. Я смотрел, ребят, три гильдии, я смотрел, которые травили. У них у всех выходил слева. Возможно, что-то поменялось. Ну, мы же когда первый раз перевели, он тоже слева вышел. Дай патч, Андрю. А у тебя ДК какой? У тебя нету АДК спека? Есть, я прыгнул АДК. Отлично. Да, вон большой. Ну, у меня не такой АДК. Блин, буквально минуту отлучусь, пока ты... Слушай, по идее, в десятке тоже?